На очередной сессии Маслихата депутаты рассмотрели проект решения об определении размера и порядка оказания жилищной помощи. Жилищная помощь – это выплата из местного бюджета, предоставляемая семьям и гражданам, имеющим небольшой доход и расходующим его значительную часть на оплату коммунальных услуг. То есть государство принимает меры по оказанию жилищной помощи малообеспеченным семьям на оплату расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, коммунальных услуг и услуг связи, расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. На эти цели выделяется 5% от совокупного дохода семьи. В связи с принятием новых типовых правил об подтверждении правил предоставления жилищной помощи приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года за номером 117 разработан и предоставлен на ваше рассмотрение проект решения об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в городе Темиртау и поселке Актау. Данный проект решения сохранил весь объем социальной помощи и приведен в соответствии с новыми типовыми правилами. Данный вид услуги оказывается отделом занятости и социальных программ города Темиртау через ЦОН. Подробно с перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, можно ознакомиться на сайте ИГОВ. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.